Босанова из Лос-Анджелеса. Потрепет нейлоновых струн. Неспешные чувственные рассказы об индонезийских богинях, баррикадах в Генуе и кораблях из Тайваня. Запахи и звуки душных переулков третьего мира. Трогательные мужские элегии на сцене телеклуба. Браззавиль с новым альбомом «Jetlag Poetry». 29 апреля в 8. При поддержке радио «Максимум», MTV Екатеринбург и интернет-портала e1.ru. Подробности на tvdefisclub.ru.